Так, 30 марта 2021 год, Харьков. И Луна, кстати, на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите 360 тысяч километров. Всего-то. Рукой подать 9 экваторов. Опять Аристарх у нас вверху. В общем, пока двигаюсь на работу, решил за одним разом. Хотел Старлинки снять, но что-то я в 5 часов утра их не застал. В 4 утра поймал. Посмотрю, кто там запись идет. Видеозапись сейчас идет. Сейчас Луна на ближайшем расстоянии от Земли, 360 тысяч километров. Красота. Полнолуние позавчера было. И погодка нас не подвела. Да, так она движется еще, ого, как быстро. Она еще вот так переворачивается. Вечером я ее вчера снимал. Эти кратеры были вот так перевернуты. А вот это кратер Платон. Он 100 километров в диаметре, вот этот кругленький, аккуратненький вверху. Для масштаба, чтобы было понятно, да, вот это вот, видишь, круглый. Так, ладно, мне уже на работу. Да, в YouTube потом выложу. Смотрю, людям показываю. Сам смотрю, сейчас Старлинки хотел снять. Видели, когда летают эти спутники, вот так цепочкой? Да, вот это сейчас я один снял. Да, глобальный интернет, да. Вот сейчас я в 4 утра его снял прямо с балкона, этот поезд. Первый раз получилось его подловить на камеру. Так, ну ладно, еще раз. Сегодня у нас 30 марта 2021 год, Харьков. И побежал я на работу, 5:24 уже. Метро сейчас откроется.